И всем привет, с вами Якорус один, и как всегда на связи Якон. По итогам очередного блиц-опроса, который я выложил в разделе сообщества, проголосовало всего 80% за. За что проголосовали? За создание нового района на юге города. Если кто не помнит, можете заглянуть на предыдущее видео на канале. Все, по итогу 89% проголосовало, чтобы я создал новый район в Яконске. 11% против. Но явка составила приблизительно 20-30 голосов. Ну, то есть 20 приблизительно столько человек приняло участие в опросе. Поэтому сегодняшнего дня, как понятно почему, вот что я возможно. Со дня начну строить новый район на юге города по принятому ранее референдуму. Вот такая вот первая новость была. Ну а вторая новость, вот сейчас мы летим туда. Вот. Второе это обновление, это вот такое вот живое здание. Вот такое вот необычное. Какие здания здесь в Челябинске, такого типа. Все, оно здание 9-этажное, то есть такая вот версия, ну, экспериментальная, так сказать. Всего вмещает всего на одном этаже 32 квартиры. Ну, бюджетные, можно сказать, квартиры. Давайте посмотрим, как все это выглядит внутри. Так, тут у нас лестница, то есть вот такая вот стандартная лестница есть. Тут у нас три лифта для маломобильных граждан. Сейчас поднимемся на 9-й этаж, простите. Вот. Так, мы там уже поднялись. Тут тоже лестница, на другом конце коридора тоже лестница и лифт. То есть итого 6 лифтов и 2 лестницы. Вот так вот коридор выглядит. Такая стандартная квартира. Фрун, какая нафиг стандартная? Так, просто. Общага просто. То есть, ну тут я пока что мебель. Ну я просто мебель не расставил. Ну тут у нас типа, такая вот совмещенная ванна, ванная с туалетом. Вот так вот. Это бессмысленно. Эконом-класс, ё-моё. Выход на крышу имеется. Вот, с двух сторон, конечно же. Вот. Так, приходим. Тут у нас такая вот будка. На выхода на крышу. Так, вот мы на крыше. Тут у нас есть два машинных отдела. Ну, то есть там... механизм лифта, лифтов точнее, всего таких два машинных отдела, два выхода на крышу. Ну и вот так все выглядит внутри, вот механизм их. Ну, все это дело окружено вот таким, окружено железными прутьями. Таких зданий сделал приблизительно 4 штуки, то есть население, конечно, сильно увеличилось. Плюс 6048 человек добавил. То есть население увеличилось. Ну и небольшая новость, это уже касаемо одного микрорайона на окраине города, это, ну сказать, на западе города. Ну это там, где этот Днепровский проспект, то есть там же радиовышка, все такое. Все долетим. Да, вот такая экскурсия небольшая. Воу. Ладно. Так вот мы пролетаем вот мимо этих многоэтажек. А, чуть погасло. Сгонца.
Ладно. Вот, мы уже приехали тут. Так вот, немного изменил. В смысле, уменьшил парковочную зону около магазина «Монетка», просто. Что, во-первых, было слишком огромно, но... Вот, и также я перестроил автобусную остановку. Название остановки все то же самое, проспект Сашуновского. Но другого варианта я просто не вижу. То есть я не знаю, как по-другому назвать автобусную остановку. Ну, только вот. Вот, проспект Сашуновского. Вот, пока все работа над вот этим вот микрорайоном около детского садика. Вот, сейчас посмотрю, какой детский садик. Детский садик номер 3. Вот. Около вот в этом микрорайоне. Вот сейчас работают. Сейчас ведутся работы, сейчас вот поставил. Вот на днях я поставил хрущевку, вот. Конечно, с ним тоже увеличивается. Все, что хочется добавить, немного поработать над таким вот участком, просто вот добавить. Ой, ладно. Просто добавить жилые дома, магазин, школу, естественно. Здесь школы просто не хватает. А ближайшая школа в этом районе, это, конечно же, школа номер 1. Ну и в качестве маленького такого бонуса, вот здесь вот строится офис. В общем, насчет этого здания, вот что скажу, вот. Насчет самого первого дома в городе, построенного в день основания. Я, возможно, просто проведу, можно сказать, реставрацию, проведу реконструкцию этого микрорайона, просто снесу некоторые дома, поставлю новые. Ну и, возможно, добавлю детские сады, школы. Вот, кстати, вот добавил детский садик номер 27, всего детских садов приблизительно 20, 27 человек, 27 детских садов, а школ всего, ну, если не позволит память, то всего их где-то 17 или 18, но подсчет до сих пор ведется. Ну, собственно, вот такой получился выпуск по Яконскому. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, идеи. Ну и, конечно же, заказывайте ко мне в группу ВК и в Discord. Там тоже много чего интересного. Всем удачи и всем пока.